Прибор, похожий то ли на упрощенный шлем виртуальной реальности, то ли на очки, на самом деле в будущем поможет не одной сотне студентов, обучающихся на пилотов. Идея создать вспомогательный полетный дисплей родилась у первокурсников Адели Шакирова и Александры Таубер. Двое влюбленных в авиацию молодых людей еще только осваивают азы профессии и грезят о небе. Но посидеть за штурвалом тренажера для полетов уже удалось. Ребята признаются, глаза от приборов и панелей разбежались в разные стороны, и пришла в голову гениальная мысль. Ну, так как курсанты с самого начала практики имеют трудности с тем, чтобы постоянно отслеживать разные параметры, то данный прибор позволяет избавиться от тоннельного эффекта, то есть он может просто следить за окружающей средой, за взлетно-посадочной полосой и не сильно отвлекаться и метаться между разными приборами. Изобретение ребят подключается к тренажеру или даже к настоящему самолету. И на маленьком экране отображаются полетные параметры. Получается, как в устойчивом выражении. Одним глазом отслеживают показатели, а другим следят за обстановкой вокруг. Это значительно упрощает процесс обучения для тех, кто в первый раз садится в кабину самолета. Изображение генерируется непосредственно на прозрачном дисплее, без использования сторонних оптических систем. На данном экспериментальном образце мы сейчас отрабатываем различные программные продукты, производили тестирование на тренажере. Также тестируем различные микрокомпьютеры. В будущем, точнее уже сейчас, мы занимаемся проектированием углеродного корпуса. Свой прототип молодые ученые показали в Сочи на международном фестивале детского и молодежного научно-технического творчества «Адвента». Профессионалы в авиационной индустрии оценили изобретение по достоинству. С фестиваля Адель Шакиров привез диплом и медаль первой степени, а также много полезных знакомств. Фестиваль больше нам позволил получить знакомства. Например, я познакомился с одной дизайн-студией, которая сейчас сможет нам помочь спроектировать эргономику корпуса, как раз-таки будущего нашего углеродного, для того, чтобы, во-первых, он прошел сертификацию, был удобен, имел достаточные настройки для оптического изображения. Участие в фестивале и такая высокая оценка от профессионалов авиации очень почетна для молодых ученых, тем более для первокурсников. Основная вот часть этой работы – это именно программный продукт, который разработан и продолжает совершенствоваться. Защита была достаточно серьезной, потому что часть проектов, которые были на общей экспозиции, потом выносились на экспертное обсуждение. Я всегда ребятам говорю, что вот все эти мероприятия, конференции, фестивали, они очень полезны. В фестивале «Адвента» приняли участие около 600 человек из 60 регионов России и зарубежных стран. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.